медалей на европейских чемпионатах нет. Я не знаю, с чем это может быть связано. Это такой большой вопрос, есть лишь предположение. Итак, Румяна Петкова, вторая попытка, 107. Гаурит. Вест и защита. Антайсин вас мол англоре 7 килограмм санзебарен вас мол румяна Петкова Болгария 7. К весу 107 килограммов вызывается Румяна Петкова. Вот Румяна Петкова. Нет, на самом деле была она даже бронзовым призером чемпионата Европы в Софии, который проходил в 2005 году у себя дома в Болгарии, но домашние чемпионаты, может быть, так немножко в стороне традиционно стоят. Выступает она очень давно, Румяна Петкова, при том, что ей сейчас 27 лет, а первое выступление было в 97 году на юниорском европейском чемпионате, 13 лет тому назад. Но Болгария страна, в которой тяжелая атлетика, конечно же, очень сильно развита, болгары знают, понимают, ценят этот вид спорта. И, конечно же, те традиции, которые существуют в Болгарии, они, конечно, сильно испорчены последними десятилетиями, но все-таки. Кстати, женская тяжелая атлетика в первые годы своего такого еще не олимпийского участия, но базировалась в основном на представительницах двух стран, на болгарках и на китаянках. Они спорили друг с другом, кстати, по переменным успехам, и болгарки очень часто китаянок обыгрывали. Но потом, видите, жизнь поменялась. Если вспомнить даже чемпионаты мира вот, перед 2000 годом, перед Сиднеем, когда женская тяжелая атлетика была введена в программу Олимпийских игр, там половину медалей, золотых медалей, доставались болгарским спортсменам. Да, видите, Румяна Петкова, 107. Установитель штанги 110 килограммов. Дважды не попадает, и результат ее крайне низок, 100 килограммов. Лидия Валентин, Испания, первый подход. Надия Миронюк, Украина, из Некслифта. Надия Миронюк, Украина, готовится.